Резидент Слика. Тут. Блять, я второй ход пропустил, вау. Тут. 40 минут меня не будет. За кого меня... За кого меня берешь, Петрович? Здорово всем. Что-то мне подсказывает, что это Биг Приз вообще. А если мне что-то подсказывает, что это Биг Приз, то, блядь, нет ни хикса, ни добора, охуенно. Да, это Биг Приз, похоже. Хорошо, что не Биг Мак, ха-ха. Сейчас, скорее всего, будет Dragon Fire Potion, либо шестерка, правильно, в темп. Ну, короче, смысл в том, что у нас замешивание есть, в принципе, нормально. Он оставит на столе клирика. И лишится немножечко своих карт. Что тогда? Что будет тогда, когда он лишится чуть-чуточку своих карточек? Будет плохо. Этот дек нужно что сказать. Да, блядь! Ну я обязан это делать, что сказать. Я обязан это делать, ебать. Ну. 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 Ну, блядь. А, еще один серкал, пиздец. Так он мне сейчас тоже сожжет картинки. Ну. Ну. Блядь. Ну, у него, похоже, все в руке. Ну, ёб твою мать. Ну, склерик сейчас мне пизды даст так-то. Только не карточка, пожалуйста, только не визитная карточка, пожалуйста. Ну так-то на самом деле мы убили нас, если, может быть, это не так плохо. Бля, я думал, что у меня микрофон выключен все это время, пиздец. Че, Гурон, мне хилит две карточки сжигает, правильно? Если сожжет чуть больше, ну, будет неприятно. Только не это, блядь, пожалуйста. Вообще нужно сначала было хилить, потом уже... Бля, что ты делаешь? Только не карточки, нет! Ух. Симс Гуччи. Симс что? Симс Симпсоны. Дай на они. Ой, блядь, чуть нет они. Он мне может двух лемов замешать, да? Я вынужден больше дроваться, потому что он меня опережает по картам слишком сильно. Ну, слишком сильно опережает по карточкам. Слишком сильно меня по карточкам опережает БТВ. Возможно, ШВП своего лема это будет нормальным плеем. Так, так, так. Так, так, так. Тук, тук, тук. Калифорния. Ту-ту-ту. Such a lovely place. Such a love. У него будет три ебаных элема. И раза работать не будет. Не будет работать раза. Здорово. И Вилена тоже нету, БТВ. Вилена тоже нету. Мне нужно найти разу ДК просто быстрее. Вот и все. Ну, це круто, реально. Це круто. Це крутяк. Крутейсимо, крутейсимо. Нужно разу найти побед еще. Раза не работает, потому что там два элема в колоде, и, скорее всего, еще один в руке. Ему нужно отдохнуть один из. Ага, это один из элемчиков, типа. Блять, урод, что ли? Ну все, нашел. Бэйби Рейдж. Взял 5 ран Пахчам. Пахчам. Бутылочки. Не быстрее. Так это и есть бутылочка. Поставь музычку. Ссылка пожалуйста, Раза, пожалуйста, Раза. С наступающим Новым Годом. И да, я не ебал им в салат. Меньше, чем 3 пунч трес. А вдруг ты ебал им салат? Скилл! Ну, ну, если я выиграю эту игру, это будет скилл! Да, блядь! Да, у него элем в руке, у него элем, два элема в колоде! Сука! Изи! На самом деле не изи, но поборемся еще, поборемся в качалочке. Так-то вы знаете, что у него нету этого. Вы знаете, что у него... Типа, нет Вилена, а как он убивать будет, это ставит вопрос. У меня тоже стоит вопрос, как он будет убивать.
Плотненько чем? Ебать, красиво. Иди нахуй. Ну это скилл, блять. Это вот сейчас чисто на скилле была выиграна игра. Микро-челика Пукиславу Зарослав. Что, блядь? Деку представь. Я, кстати, весь стрим обещаю показать деку, но так и не показал ее. Ну, в принципе, мое лицо, когда я не могу показать деку, Silver W, нормально. Я реально вот, блядь, вот я говорю, вот, ну, я говорю, что я хочу показать деку. Я просто на автомате начинаю следующую. Я не могу с этим ничего поделать, реально не могу остановиться. Ну, так-то на самом деле это... Это зависимость, но хз. Просто... Просто не можешь стопнуть. Какой-нибудь хороший стейк есть, наверное, стейк есть. We don't talk about. На самом деле, зря я ШВП сделал, но пиху. Главное, чтобы на этом пятом ранге не застрять теперь на ебучих целую неделю. Нет, такого точно не будет. Завтра легенду взять, это было бы вообще сильно заебись. На самом деле нужно просто поставить себе цель и завтра легенду добить, типа реально. Нало, ебать. Габен, блять, что за карта, пиздец? Габен. Габен, пиздец, что это такое? Когда только начинал играть в и вот поэтому... Он, блядь, сам жёг ДК! Дали рогу, ладно. Я обещал больше не скипать деки в этом сезоне, скипнул, опять дали контрпик. Ну, окей. И монетку ещё дали. Охуеть! 25% в конце проебал, ну как обычно, короче. Как обычно. Монетка еще дали на космаг, это нонсенс. Кумсер! Два секрета с топ-дека подряд, понял? Многие взрывал КС. Но есть охуенная игра, которая, к сожалению, не популярна. Это Фейри, Фамы. Если будет, блядь, цветок сюда, ну жри говно реально. Вау, вау. Неприятно довольно-таки. Довольно-таки неприятный молодой человек. Поставь, пожалуйста. Ссылка удалена. Их прям омега мало, я даже вам сказал. Ну, блядь, пожалуйста, заморозку любую, но... Есть. Blizzard right now. Ну, заебался им пиратом и боссоном. Ну, пират этот. Нужен Blizzard еще один. Ну, либо на крайняк новое. Думаю, наверное, тоже будет неплохо смотреться. По-любому сначала с книги начинаем. Шансов больше. Росболт. Окей. Нова только остается. Симулятор. Симулятор может быть и тоже не так плох. Типа нам нужно найти хотя бы одну лаву. Хотя бы одну лаву, тогда будут шансы, правильно? Потому что мы на следующий ход делаем что-то типа из блока. Ну не что-то, а по-любому. Симулятора. Каким-то рандомным, случайным образом вообще выиграем эту игру. Без фолиантов. Пиздец, только наборы, блять, и нету... Нету боссной лавы.
Куда ты стреляешь, пиздец? В пяти картах, блять, две лавы, алло. Хуйня ебаная. Пиздец, в четырех картах Антонидас две лавы, идите нахуй. Картинки, ебать. Тупо картинки, блять. Просто картинки. Просто, блять, картинки. Ну что это за уебанство просто, что? Да. Я. Там еще Blizzard BTV остался, пиздец. Изи, блядь! Пак чемп, нахуй. Фух. Пиздец. Было жестко. Вау, вау. Вау. Вот это, блядь, потная игра была тоже. Что это за ультрапот был только что? Я не должен был выигрывать эту игру, но здорово. Здорово, ебать. При том, что в последних трех, четырех картах Blizzard, две лавы, Антонидас. Кукусики. Кукусики. Куку. Куку, блядь. Ну, сейчас айсблок еще вытащит. Да, да, айсблок еще вытащит. Сейчас айсблок еще вытащит. Сейчас еще айсблок вытащит, будет жестко. Пиздец. Здорово. Я не думал, что я выиграю эту игру. Это был лютый пот.